Возле 58-й средней школы долгое время не было ни пешеходного перехода, ни разметки. Инесса Теплова, жительница дома напротив, говорит, чудо, что никто из детей не попал в ДТП. Теперь здесь ходить стало не страшно. Я хожу каждый день. То есть, чтобы мне... Раньше не было вообще никаких переходов, и приходилось нарушать правила дорожного движения. Спасибо машинам, которые останавливаются, нас пропускают, иначе по-другому никак. Дорожная инспекция во главе с депутатом Госдумы Александром Васильевым проверяют не только инфраструктуру возле социальных объектов, школ и поликлиник. Пристальное внимание к качеству гарантийных дорог. Такие дороги должны быть отремонтированы за счет подрядчика. Ни капли бюджетных денег не должно быть потрачено на ремонт уже отремонтированных улиц. Инспекторы-активисты несколько лет проводят мониторинг гарантийных дорог во всех регионах страны. В Самаре под наблюдением пока 8 улиц. Измерительные приборы привезли с собой. Рейкой замеряют высоту трамвайных рельсов. Размер ямы тоже определяют специальным прибором. Тогда мы сделали вот такую колобашку. Это кусок дерева, но он выпилен строго по нормативным требованиям ГОСТа. Это предельно допустимые размеры ямы. 60, 15 на 5. И если эта колобашка проваливается в яму, то такая яма не является нормативной. В яму между трамвайными рельсами деревянный агрегат провалился. В департаменте благоустройства объясняют, междурельсовое пространство еще не ремонтировалось, а сама улица Полевая в 2011 году отремонтирована была картами с гарантией на один год. Подрядчик поддерживает полотно в приличном состоянии. К замечаниям Дорожной инспекции Народного фронта в Самаре относятся ответственно. Моментально будем исправлять. Соответственно, есть представители госавтоинспекции, департамент транспорта. Все те решения, которые будут приняты и поступят к нам в департамент, учитывая, что мы являемся главным распорядителем бюджета, то мы, соответственно, их выполним обязательно в кратчайшие сроки. К чемпионату мира 2018 года в Самаре будут отремонтированы практически все дороги. В том числе будет произведен комплексный ремонт улицы Полевая. А пока самарцы могут напилить себе вот таких колобашечек и самостоятельно измерять ямы на проезжей части. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.